Меня зовут Дайдонов Альберт, я увлекаюсь спортом, экстремальным спортом. Называется он трекинг, но это мое хобби, мое увлечение. Вот. Достижение. Четырехкратный чемпион России. Этот город, он мне знаком. Люди, как осколки мозаики, которые так и не могу собрать. Все это люди же, но они четыре люди какие. Сейчас. Этот город, он мне знаком. Эти люди, как осколки мозаики, которые так и не могу собрать. Девушка, что впереди меня, я видел ее раньше, но где? Я иду за ней, прибавляю темп, начинаю бежать, но она скользает от меня в толпе и громаде забытого города. Стоит только повернуться. Стоит только повернуться, и вот она. Та самая, та настоящая, что отличается от той серой массы людей, что окружает меня.